Большими проблемами могут обернуться для жителей улицы Кривоносова на северо-западной окраине Бишкека, проводимые там строительные работы. Асфальтируя дорогу, строители собираются поднять дорожное полотно и тротуар так, что они будут почти на полметра выше уровня домов, расположенных вдоль проезжей части. Вот на этом уровне намечено сделать тротуар. Местные жители возмущены. Тем не менее, представители фирмы-подрядчика ссылаются на план. И говорят, что все в порядке, что все будет нормально. Но далеко не все в порядке и не все будет нормально. Если участки домов в результате подъема тротуара и дорожного полотна окажутся ниже уровня дороги, для жильцов это будет означать прежде всего проблему с парковкой. Водителю для заезда с дороги в гараж придется каждый раз совершать каскадерский трюк, съезжая во двор по пандусу высотой почти в полметра. Это чревато авариями, поломками автомобиля, особенно зимой и в гололед. На 50, на 60, на 70 сантиметров. Выше существующего уровня. Эта дорога была еще, простите, при Усубалиеве, при покойном, она была поднята на метр. То есть уже выше они должны были делать. Проблема такого подъема и в следующем. Если дорога окажется в буквальном смысле на высоком уровне, вода и грязь в результате осадков будут стекать во дворы. Пару лет такого подтопления и аварийное состояние домов обеспечено, считают жильцы. Хочу добавить, что этот проект осуществляется очень долго. Когда этим летом долгожданную и очень нужную многим укладку асфальта все же начали, жильцов ждал вот этот неприятный сюрприз. Такой подъем создает массу неудобств. А представляете, насколько сложно будет в гололед загнать машину во двор и вывести ее со двора. А в управлении капитального строительства столичной мэрии сказали следующее. Есть претензии жителей. Мы над этим работаем. И, возможно, в течение двух-трех дней решим этот вопрос. Есть варианты. Мы подготовили варианты, первый, второй, третий. И мы сегодня или завтра озвучим этим жителям. И, возможно, и конфликт постараемся разрешить. Проектировщики объяснили, почему они поднимают уровень тротуара и асфальтового полотна. Это делают для того, чтобы обеспечить безопасность коммуникаций. Под землей вдоль дороги проходит магистральный газопровод. Если не насыпать на него дополнительный слой земли, грунтовую подушку. В результате укатывания асфальта катком и впоследствии под давлением проезжающих автомашин труба может лопнуть. Там есть инженерные сети, это водопровод, канализация. И при укатывании катка могут произойти разрывы этих инженерных сетей. Поэтому мы вынуждены были поднять дорожное полотно. Как пояснили в УКСе, при разработке проекта проектировщики предусмотрели несколько вариантов, как предотвратить подтопление. В ближайшее время их обсудят с жильцами и выберут наиболее подходящий для всех. А вот как быть с другой проблемой? Крутыми пандусами с проезжей части во дворы это, похоже, так и останется нерешенным. Андрей Токамбаев, Талас Аманбеков, 5 канал.